1 октября в Доме культуры Кирова была организована праздничная программа в честь Дня пожилого человека. На торжественном концерте проходило награждение знаком «Почетный ветеран» и премия общественного признания. А семейным парам с большим стажем вручили медаль за любовь и верность. Поздравили нас с 50-летием нашей совместной супружеской жизни. Мы живем, да, 50 лет мы вместе. И работаем также вместе все. Ну сколько, 74-го года, когда я закончила институт, это уже 46 лет трудового стажа врачебного. Вы знаете, я с ней учился в одном классе. Мы в школе еще вместе учились. Потом вместе учились в институте. Вместе работали. Влюбляли в себя и влекли за собой. Помимо выступлений творческих коллективов, для зрителей организовали интерактивы. Они напомнили старшему поколению о музыке, которую крутили на пластинках в молодые годы. После концерта сегодня у нас прямо в 2 часа в рекреации перед ДК Кирова танцы под духовой оркестр. То есть после концерта наши уважаемые виновники торжества пошли кружиться в вальсе. Уличный вальс проводили впервые и именно на свежем воздухе. Одна из многочисленных мер безопасности, которые соблюли на мероприятии. Это никак не помешало гостям танцевать в парах польку и кадриль. Ой, танцы – это очень любимое дело. Сейчас вот этот коронавирус задолбал, блин. И ну, вот раньше на хор как бы ходим, да. А сейчас мы ненужные элементы. А тут, ага, пришли хоть тут подвигаться. Мы там и танцы у нас организовывали, и все на свете. А сейчас вот и песни, и танцы, все. Не ходим. А те, кто из-за пандемии не смог посетить концерт, смогут скоро посмотреть его полную версию в эфире нашего телеканала.